Гости, прибывшие в Азербайджан из 15 стран, смогут получить визу в аэропорту в упрощенном порядке посредством 14 терминалов самообслуживания «Асан-Виза». Данной услугой смогут воспользоваться граждане Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Китая, Ирана, Израиля, Индонезии, Кювейта, Катара, Малайзии, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции и Японии. Терминалы самообслуживания «Асан-Виза» обеспечены считывателями паспортов, посттерминалами и приемниками банкнот. Услуги терминалов предоставлены на 7 языках – азербайджанском, английском, французском, испанском, арабском, фарси и русском. Наряду с терминалами самообслуживания в терминале в 4 окнах также организована выдача виз и банковские услуги. В среднем выдача виз займет 2 минуты. Платеж можно осуществить посредством карты в онлайн-режиме или же наличными, обратившись в банк. Сегодня «Асан-Виза» впервые стартует в международном аэропорту имени Гейдара Алиева. Также мы планируем внедрить эту систему в течение месяца и в других наших международных аэропортах, расположенных в Гянже, Гебале, Ленкиаране и других городах. Услугами упрощенной системы «Асан-Виза» первыми смогли воспользоваться граждане Японии, прибывшие утренним рейсом в Баку. Этот процесс был очень простым и удобным. Я была крайне удивлена, потому что не слышала об этой системе ранее, и меня это обрадовало. Я не встречала подобную систему в других странах. Для меня это впервые. Процесс был простым. Мне очень понравилось. Это мое первое путешествие в Азербайджан. Все прошло с комфортом. Впечатления прекрасные. Размер госпошлины за визу, которая будет выдаваться в аэропортах гражданам 15 государств посредством портала «Асан-Виза», бесплатная для граждан Японии, а для граждан Турции составит $10. Госпошлина для других государств составляет $20 США. Отметим, что электронный портал «Асан-Виза» функционирует с января 2017 года. В целом за этот период более 430 тысяч иностранных граждан получили визу посредством системы «Асан-Виза». Эльнара Алиева, Джавид Гадыров, CBC.